Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы начинаем играть James Bond, агент 007. Так, выбор главы. Новая игра. Так, оперативник. Так, только для агентов с полной лицензией. Испытания для закаленных. Ну, вот это среднее. Мы же на среднем всегда начинаем. Давайте смотрим, как эта история будет у нас развиваться. Ох, ох, приторное вино такое. Алло, мистер Уайт? Да, кто это? Ни хрена себе, в ногу что ли ему? В голову так. Еще из калаша, что ли? Что-то понять не могу, из чего его пахнули. Нам надо поговорить. Передумать не хотите, мистер Бонд? Убить его. Ну давай. В саду, вперед! Сейчас мы немножко только звук подправим, а то меня пипец глушит. Сосредоточьтесь, он где-то рядом. Живо! Что вы видите? Внизу сзади есть ворота. Так, настройки, давайте звук. Так, игра, вот звук, громкость. Вот так вот. Вы можете выйти из них, сделать круг и вернуться в дом. Так, у меня на С, да, приседание? Приседание на С. Прошу помощи. Блин, твою мать. Так. Это все мы возьмем. Ой-ой-ой. Пока нормально идем. Вы видите ворота? Ломайте замок и идите к сараю для лодок. Ломайте замок. Подожди, ломать замок. Блин, тут как по миссии, да, надо будет раскручивать. Я хочу посмотреть, мало ли где, может здесь что-то спрятано. Игра новая, я в нее не играл. Вот и надо наслаждаться игрой. Давай. Сейчас, минутку. Сломать замок, говоришь? Что-то не понимаю. Я что-то не совсем понял. Что это было? Ну ладно, давайте-ка еще разок. Нажмите кнопку соответствующего направления, когда она загорится. А, все понял. Давай.
Все. Блин, а я-то думал. Проси. Система наблюдения. Найдите ее, и мы сможем увидеть все поместье. Блин, такая прикольная. Старые игры мне так и нравятся. Это пипец. Так. А что у меня есть? Так. Я на линии. Отлично, 007. Я его тоже вижу. Срежьте путь через теплицы и войдите в дом Уайта через подвал. Уже иду. Так, это... Ага. Понятненько. Это хрень у меня выскочила. Так, открыть таб, чтобы открыть телефон. Так, пробраться на большой оранжевый. Так, охранная система отключена. Охранники Уайта приближаются к вашей позиции. Найдите большую теплицу, идущую в частный сад. Информация. Камеры, бля, это все у меня. Данные. Цель миссии. После гибели, так. Зашифрованное сообщение. А как камеры-то менять? Вон они. Блин, да. Это вообще какое-то получается почти читерство нахрен. Все ко мне! Он идет сюда! Ага. Вон оно чего, Михалыч. Вообще неплохо. Ну ладно. Я уверен, что он где-то там. Спокойно. Не вижу, не вижу, не вижу. Где ты? Задержите его! Он теперь наш! Что-то я не понимаю, подожди. Тут же... А где вертолет был? Все? Где... А, тап. Тап.
Ну давай. Я прям вижу, как твоя башка там мелькает. Так. Где ты? Не верю. Где-то. Так, лучше сразу взорвать, чем потом это. Я направляюсь к дому. Дайте знать, когда войдете в дом. У вас есть немного времени на поиск пропавших денег. Мы должны доставить мистера Уайта в Сиену как можно скорее. Ой-ой-ой. Твою мать, он еще и там пробил. Я внутри. Кейс Уайта должен лежать в стенном сейфе, где-то наверху. Используйте телефон. По-моему, третья камера смогла заснять сейф. В теплице была перестрелка. С тех пор мы его не видели. Он в подвале. Нам только что сообщил один из патрульных. Закройте внешние двери! Пошли! Ну, пока неплохо. Но все равно это не то, на что я рассчитывал. Ладно. А телефоны, как я понимаю, надо собирать. Твою мать, я не могу выйти, да, уже? Охренеть, блин. В доме лучше с дробовиком. Где же... Так. Блин, блинский. На. Хейнс, это он. Получил твое сообщение. Можешь не волноваться. В кабинете наверху стоит сейф. Код знаю только я. Плюс сейф оснащен защитой на случай взлома. Прекрасно. А, вот так вот даже, ни хрена себе.
Ну давай, 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 давайте. Вроде ни хрена себе у меня, ага, как это в начале фильма, да, сужается якобы через прицел. Прикольно. Чарли 3, это Маккейб. Сообщение получено, я в пути. Замечен противник. Доставьте мистера Уайта на площадку срочно. Понятно. Где-то, короче, я пропустил два телефона. Если вы еще не нашли сейф, посмотрите наверху. Ой, так я туда и направляюсь. У меня выхода-то нету. Я, конечно, могу вот здесь вот походить. Посмотреть. Мало ли. Но все равно интересно. Так тут, по идее, вот в спальне, нет? На самый верх надо тащиться обязательно. Ой, что за банальщина, блядь? 007. Проверьте третий этаж. Да вот он, я его даже видел. Таннер, кейса тут нет, в сейфе пусто. Черт, начальство будет вне себя. Я нашел кое-что получше. Лучше, чем 150 миллионов долларов? Лучше. Что же вы там нашли? Базу данных организации. Давай. Я загружаю файл. Ну, кстати, такие легкие миссии, да, на одном дыхании, как я вижу, делаются. Задание выполнено. Так, а что у меня за задание? Так, прямая трансляция, уничтожить людей Уайта. Давай попробуем не дать. Нормально его подбил так-то и в самого Вайта стрелял. Кстати, смотрите, графика центрирована на персонаже. Это, кстати, была такая фишка в своего времени. Я не помню, в какие года. Ну, потом я, дай бог, в памяти найду игру про этого китайца Джон Ли или кто? Ли Мон, который хреначит там. Думаю, все подряд. Стоит найти местечко потише. Тоже да, в игру заделали именно актера. Прекрасно. Ну что ж, это вот первая миссия была. Мне, кстати, понравилась. Она, кстати, легенькая такая. Мне кажется, игра на раз пройдет на пролом. Так что давайте начинать, будем играть в нее. Особенно под винишко-то. Под пивасики винишко. Видите? Джеймс Бонд менялся со временем фильма. Шли фильмы, Джеймс Бонд менялся. Сначала один, другой, но тем не менее основной актер, который в большинстве фильмов играл, он остается у нас, естественно, в памяти. Хоть у него, конечно, и был камин-аут, якобы, как говорят, на самом деле я его не видел, но тем не менее актеришка. Давай. Прикольно. Надо за пивасиком идти. Вино заканчивается.
Давайте, давайте. Опаньки. Нет, этот ролик надо посмотреть. Спешить-то все равно некуда. У нас вся жизнь впереди. Вся. Агент 007. Джеймс Бонд. Бонд. Джеймс Бонд. И вот смотрите, главное. Он стреляет. Все время куда-то рвется умереть в мафию. Там, не знаю, врывается. Вокруг него всегда куча женщин, бухает, тратит деньги. Вот в нем мы любим, но когда это твой муж, вы почему-то, девчата, не любите, чтобы это был твой муж, чтобы он бухал рядом с ним, вокруг девчонки были, чтобы он куда-то в разборки лез. Вот такой парадокс у вас. Вот, кстати, вот игра, да, именно так и называется. Вот, хрен пойми, что-то по-английски. Агент 007 какой-то там. Доехал. Все? Нет? А нет, смотрите, куда я. Что-то еще. Прокси серверс. Хрен пойми чего. Ладно, смотрим. Может быть, даже две миссии сразу за раз пройдем. В зависимости от того, чего нам сейчас покажут. Но мне нравится игра, ее можно, кстати, я не знаю, если она такая в дальнейшем и будет, ее можно на одном дыхании пройти так. Фу! Это, кстати, о, Италия, сапог. Что у нас там? Подтверждаю получение. Подтверждаю. Уайт арестован. М и Бонд начинают допрос. Первый кабинет. Вы скажите, на кого работаете? Давно мечтал с вами познакомиться, Бонд. Я столько о вас слышал от Эстер. Знаете, что... Давайте вторую миссию запустим. Не покончи нас с собой, мы бы захватили ее. Думаю, ради нее вы бы пошли на все. Мистер Уайт, вы знаете, что это не Англия, и Бог знает, где вы окажетесь завтра. Вы расскажете нам обо всех, с кем работаете. И чем сильнее это затянется, тем будет больнее. Вы должны знать, что своих людей мы внедряем повсюду. Не правда ли, Митчелл? Шафран, да, кардамон и тьмин, блин. Так охота пожрать. Мэм, как вы? Убит наш агент. Блин, какой-то ликантропией, что ли, болею. Стрелок Митчелл, он сбежал. Простите, мэм, вы сказали Митчелл? Да, Митчелл, мой охранник. Сообщите шефу бюро в Сиене. Митчелл нас предал. За ним идет Бонд. Принято. Митчелл не должен скрыться. Его надо взять. Учел. Смотрите, ну реально же, да? С героя срисованы. Херак, херак, а вот мимо... Раненый. Врачей в подвал. Уже в пути. Вы видели Митчелла? Он уходит вниз к античным резервуарам. Ва! Ни хрена я крутой! Сегодня проходит прямо над вами. Думаю, Митчелл и Таннер. Бля, почему я раньше в эту игру не играл? В лохматые года. Так. Укрыться, блядь. От чего укрываться? Так вот, херакс.
Ладно. Где он? Следите за воротами. Он в окол. Где ты, падла? На, нахрен, выследил. Давай. Вот так. Вау, подожди. Вот так, вот. Теперь я, бля, буду херачить. Стой, взято? Охренеть, бля. Ладно, подождите, давайте, ребята, разбираться. Давай, залазь. Не вижу. Вижу. Дебилушка. Так, а что у меня тут? А у меня тут ни хренашеньки. Господи, у меня тут патронов, я так, ну, должно быть, по идее, вот так вот, если, блядь, если я в том же составе иду. Да хрена я больше. Вот с этих вот идиотов. На, во. Вообще прекрасно, хотя мне это, конечно, не играет роли. Я вот так вот и буду хреначить. Так. Что-то я не понял, у меня где-то граната, что ли, взорвалась? Давай. Ну давай, мать твою, покуда так же, тут должен пройти. Вот и я только что так и сказал. Спящий один, транспорт подбит. Направляюсь пешком ко второй точке. Дельта, ответьте. Спящий, это группа Дельта. Со штуцером. Ого! Прием. Что у нас, контроль начинается? Он прорвался, остановите его. Вас понял, прием. Спящий, это Лис-1. На второй точке сверху все чисто. А вот и он. Мы его видим. Мич
Митчелл только что срезал путь через рыночную площадь. Твою мать. Ну ладно. Давай. Господи, у вас что, один криминал, что ли, тут только процветает? Нет ничего святого у вас. Охренеть. Давай, это ролик. Твою мать. Блять. Ну ладно, завалили. Посмотрим, откуда начнем. Понятно. Все понятно с вами. Так, давайте сначала с вами разберемся. Кошки. Откуда ты прибежал? Назад. Давай. Ни хрена я сколько пропустил. Вот так. Я на позиции. Мать твою. Таннер, где он? Направляется к башне? Вниз или вверх? Вниз заставлено. Вверх. Почему вверх? Он направляется к колокольням. Вон, вы не на той стороне улицы. Перейдите дорогу. Так. Что за херня?
Вау, 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 поднимается, поднимается, бегом, бегом, бегом. Это же прикольно. Так, бля, я должен что-то нажимать, а здесь успевать. Все понятно, как эта херня действует. Вломи ему, падли. Твою мать. Да. Ох. Ему конец. Я победил. Обязательно было убивать Митчелла? Нельзя случайность взять и хоть что-то выяснить. Уайт у нас? Сбежал. Начинаем сначала. Что нам известно о Митчелле? Он снимал деньги в банке на Гаити. Счет открыл некий Доминик Грин. Я отправил вам фото. У него здесь назначена встреча. Генерал Медрано, есть слух, что в Боливии зреет переворот. Грин может быть замешан. Опять Боливия, блядь, да чё вам Боливия сдалась? В Боливии страшная засуха. Люди в отчаянии. Где вы, где Боливия? Под правительство, надеясь захватить власть. Женщину опознали? Камила Ривера, секретная служба Боливии. Она хотела убить Медрано. Секунду, Грин только что купил билет до Брегенца, Австрия. Следите за ним. Найти Медрано легко. Вам я поручаю Грина. Таннер, Грин в театре Брегенца. Оперный театр. Время впустую. Может быть, он Австрия. Любит оперу? Если так, то он ошибся. Театр сегодня закрыт. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!